По меньшей мере 42 человек погибли и свыше полусотни были ранены в сирийском городе Африне в результате взрыва автоцистерны. Среди погибших 11 детей. Заминированный автомобилем с самодельным устройством взлетел на воздух близ рыночной площади, где было много людей. По словам очевидцев, тела погибших обгорели до неузнаваемости. Загоревшиеся автомобили и магазины тушили час. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.